В минувшие выходные хоккейный клуб «Югра» потерпел поражение в Тюмени. В очередной товарищеской встрече соперником был «Рубин». К слову, именно на матчах с тюменцами в плей-офф чемпионат ушел на паузу. А что было после, вы и так знаете. Досрочное завершение сезона высшей хоккейной лиги. Вновь Вадим Епанчинцев отдает предпочтение молодежи. «Рубин» катком прошелся по вчерашним «Мамонтам» 2-6. У югорчан шайбы в свой актив записали Александр Головин и Валерий Бочкарев. Вот что о предсезонке сказал именитый новичок клуба Максим Рыжков. Мы начали третью неделю подготовки к сезону. Сборы проходят отлично, готовимся, всем тяжело. Но ничего страшного, если мы хотим провести отличный сезон, нужно сейчас хорошо подготовиться. Карантин, конечно, влияет на это все, но ничего страшного. Со временем мы войдем в игровой тонус, я думаю, к сезону мы будем готовы отлично. Ждем не дождемся встречи с вами в Ханты-Мансийске, чтобы радовать вас своим хоккеем.